Величественный, старинный и легендарный храм Николая Чудотворца в селе Оськино осиротел. Накануне почил его настоятель, архимандрит Адриан. Батюшка почти полвека прослужил в этих стенах. Приехавший первым епископ Барышский Инзенский Филарет выразил соболезнования родственникам отца Адриана и мгновенно попал в окружение православных оськинцев. Две основные просьбы к владыке – не закрывать храм и прислать нового батюшку. Пока будем присылать, того как определиться, более менее. Подъехавший на отпевание митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин на местной кафедре недавно, но, зная о заслугах отца Адриана, сам захотел возглавить отпевание этого, без преувеличения сказать, достойнейшего священника. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери и всех святых, душу от нас, приставшегося раба своего, новопреставленного архимандрита Адриана, в селениях праведных учинит, в недрах Авраама упокоит и с праведными сопричастит. 47 лет он здесь, в этом храме подвязался, вот, благо украшал его, стремился, кормлял паству Оськино. Я думаю, что все крещения из его рук приняты. Он ваш отец крестный. За время своего служения отец Адриан был удостоен огромного количества наград, как церковных, так и светских. Он любил людей, а люди отвечали ему взаимностью. Трудно говорить об этом человеке, уже прошедшем. Но для этого мы с вами и живем, чтобы помнить о нем. И пока мы будем помнить о нем, он будет с нами. Главный жизненный подвиг отца Адриана – молчаливый. Сохранение на протяжении двух десятков лет у себя дома Жадовской Казанской иконы Божьей Матери. Всю свою священническую жизнь батюшка занимался созиданием. Он восстанавливал храмы, а вместе с ними и веру в душах людей. Построил и восстановил десятки церквей, поселил Бога в сердца десятков тысяч человек. В последние годы активно реконструировал величественный храм Живоначальной Троицы в селе Пятина. Мне очень нравится восстанавливать храмы, я этим живу, этим радуюсь, этому радуюсь, когда особенно что-то появляется, что-то преображается, как-то, потому что перелом как бы не отвечает. Но если похвалиться тем, что много молюсь, много пощусь, вряд ли можно этим похвалиться перед Богом. Но что-то делает. Он был настолько духовный человек, что он даже был больше духовный отец, чем родной отец. Да? Когда-то, наверное, когда мы были детьми, он был отец. А потом он был наставник, напутственник, советчик. Самый лучший для нас. Внимательный, заботливый. Всегда готовый помочь в любую минуту. Батюшку Адриана похоронили, как он и завещал, на территории Жадовского монастыря рядом с его матушкой Натальей, в миру верой. 9 лет назад они расстались, чтобы сейчас вновь быть вместе, но уже на небесах. Господь и земля исполнение, все вселенные, все живущие. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для Улправда ТВ.